Так, что тут у нас? Оп! И не может машинка проехать. Что, доблестные полицейские остановили у нас автомобиль. Сейчас пойдем проверим. Доброго дня. Братка, за что остановили? А? Пешехода не пропустили. Пешехода не пропустили? Пешехода. Пешехода. А є пояснення от пешехода? Не могу. Они тебе видео показали, как ты не пропускаешь. И пешеход такой, нету такого? Нет, ну, видео есть, но... А он где, на бордюрном камне стоит? По центру проезжей части. Ну что сделать? Ну, если вас не затруднит, я ж не... Ось пешеход. И только третья машина зупинилась. Еще раз не понял. Ось пешеход иди на середине дороги, так заходится? Ну, тут вот одна машина проезжает, вторая машина и третья останавливается. Так, так, так. А чё вы две не остановились? Одна машина? Один планшет же. Так. Ну, а лучше всего бы было бы пешехода привлечь к рассмотрению дела. Ему же препятствия создали, не вам. Я никого не отмазываю, но сама суть... На разе пешехода нема. Повернулись, но... есть видео. Водитель попросил ознайомить, мы его ознайомили. Ну то, что она закон, ну она же как бы в рамках закона. Он не просил говорить. Ну они сами как бы показывают розгляду справ. На упередження. На упередження, чтобы зайти вопросов разных не было. Но я скажу такое, двояко. Калина обзор. А? Калина обзор. Как вас звать еще раз? Богдан. Богдан, дивіться. Дві автівки. Калина їде попереду вас, еще. Ви їдете за нею. Якби ви були на одному рівні, я не скоро, ви б його не бачили. Так як ви їхали позаду, тобто вас з цього вікна... Калина попереду, так, я вижу до пішохід, ось тут вже, він переходив дорогу, він не починав рух, він вже був посередині, прямо на рейсі. Зупинився, тому що Калина проїхала. Ну ви так само приїжджали. Третій авто, яке їхало за вами, тільки він зупинився. А знаєте, чому він зупинився? Потому що пішохід вийшов прямо на автомобіль. Як і перед Калиною. Так само пішохід вже був на рельсах, Калина проїхала, Шкода проїхала. Ну, та обратите внимание на відео, там же ж видно. Подивимо ще раз. По документах вас... Де? Постановление пишет. Не выписывается, выписывается постановление. Покажите, пожалуйста, посвящение вашего водителя и регистрации на транспортную. Знаете, в чем еще ваша проблема? Что вы остановили на спуске раз, и второе, создаем, грубо говоря, пробку другим автомобилям. Пробки немає, все рухаются, не такие великие. Они, смотрите, они едут в свои две полосы. Добре, давайте зараз я поступлю. Так, да, так, да, 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 вопросів нет. А як зупинити дві машини одразу? Вони нікуди не поїхали, так? Одну зупиниш, скажеш, на чого іншого. Ну я ж теж вопрос задав. Да, опитати пішохода, як можна одночасно зим'як зупиняти. Ну ви ж розумієте, не ми це законодательство пишемо. Ви в цій системі исполнители. Поэтому мы тут ничего не можем сделать. Просто сам факт, что... А на спуске можно останавливаться вообще? Можно. А где нельзя? Можно. Да. Без оборота. Ну а ПДД нету в 15 статье, что на спусках, перед мостами... А там же ж ознаки ничего не говорит. 15 статья это зупинка стоянка. Знак 334, он же тоже там присутствует.
Майже кожна дорога – це спуск. Ну, здесь на даний момент спуск. Різного, так. Ну, я, насколько знаю, я могу ошибаться, я еще для себя перечитаю, можно ли тут на спуске останавливаться или нет? Можно? Я думаю, что да. А что вы не рассматриваете с тем водителем? Братка, никогда не говори поспешай. Вам ваши права зрозуміли? Ну ты смотри, ты же можешь воспользоваться адвокатом. Ты можешь перенестись. Они много чего не рассказывают. Я це все розповів. Що ви можете, що він може перенести дело? 276. Я це справу. Смотри, ты можешь перенестись. На який термін? Два месяца есть на притягание особи до відповідальності. У него ты не можешь. Ты, у тебя есть четко два, ты не можешь три. Понял? Вот ты можешь там на неделю, на две. Вот я переношусь там две недели достаточно, чтобы найти адвоката, прийти с адвокатом. Может адвокат вместо тебя прийти. Ты с ним заключаешь договор и все как бы. Заключайте договор с адвокатом на платные условия. Но он понимает, он нет, он все понимает. Если ты согласен с нарушением, да, как давайте, бы не заморачивайся. Если хочешь подтягаться, ну я обычно тягаю. Просто так намного эффективнее и красивее, понимаешь? Ихняя задача доказать, что ты виновен. В общем, друзья, ситуация такая. Полицейские догнали два автомобиля. Шкоду и Калину. Якобы те, как вы уже увидели, не пропустили пешехода. По итогу они остановили того и того водителя. В итоге общаются с последним. И водитель соглашается с тем, что ну, времени как бы нету для того, чтобы проще, как вы все считаете, оплатить. Нет, это не так. Оплатить всегда ты успеешь. А вот создать полицейским неловкую ситуацию и заставить их работать в рамках закона, это я люблю. Поэтому, друзья, сейчас подойду еще к Калине, спрошу, что там, за что остановили. За что остановили? Братка, за что остановили? Что? А как они тебя догнали, да, сперва? Тебя остановили, потом Шкоду остановили, да? Ну, Шкода согласилась как бы. Я так понимаю, ты служивый, поэтому... Хочешь, я помогу, как бы, бесплатно, без ничего. Но задача такова, как бы, не соглашаться с тем, что как бы есть. Чего? Подожди, а может тебе 300 гривен эти роли сыграют? Ну чё вы так постоянно, ну, та, что... Ну смотри, нарушить... Ну, во-первых, есть пояснение пешехода. Ну, вообще, по правильному, как делается? Останавливается автомобиль, типа правопоручник. Останавливается от того, кого не пропустили. Тот человек дает пояснение, что действительно то-то. И тогда уже рассматривается
об'єктивно. У нас тут все наоборот. Все наоборот. Посмотри, чтобы четко были твои... А? Я тебе объяснил, как правильно должно быть, понял? Тем более, я так понимаю, ты служил, они это все видят. Ну, как бы, можно тоже, как бы, все объективно рассмотреть. Братан, если ты соглашаешься, то в принципе получаешь постанову. Если ты хочешь качнуться, то будет клопотание о переносе дела. И второе будет клопотание о том, что тебе нужен адвокат для того, чтобы он ознакомился непосредственно со всеми материалами дела, которые есть и будут в их производстве. Вот и все. Какие клопотания будут? Они считают, что вот они увидели на видео там какой-то автомобиль серого цвета. Все, им этого достаточно. Ты же можешь отстаивать свою позицию. Все. Рука замерзла. Ну, как бы и все. Главное, чтобы полицейский спросил, вину признаете или нет. Человека не показывал по некоторым причинам. Вот. И поэтому сейчас он получит постанову. В общем, друзья, как-то так. Не нарушайте правила дорожного движения и всегда отстаивайте свои права. А если вам нравится мой контент, вы можете оставить свой донат в ссылке в описании. Также вступить в нашу группу «Надзор Харьков», тоже ссылочка будет в описании. И обязательно, я знаю, что многие из моих подписчиков не подписаны на мой канал. Обязательно подписаться. И я погнал дальше.